Всем привет, меня зовут Ангелина, и это мой влог из нескольких дней. Сегодня я приехала на дачу, и я вам покажу, как я себя развлекаю. Одеваем модные сандалии. Август! Господи, ты что такой грязный? Дурду! Капец, какие мы свиньи все! Мы чилим на качельке вместе с хрюхами. Пойдемте кушать арбуз. Рассказываю последние новости. Вчера я сдавала экзамен в университет 2 дня подряд. До этого я еще сдавала экзамен ЕГЭ, еще один университет. Пока что на август это были последние экзамены. Я наконец-то могу отдыхать. Хоть ли это уже как бы заканчивается. В этом году учебном я уже поступала в университет. А мне 16 лет. На заметочку, так. Решили сделать мы лапшу. Пробуем. Че? Да ничего не доделано. Сейчас я решила, что будут записывать кавер. Капец, как жарко! Я не могу! Я поехала к бабушке с дедушкой. Привет! Поздравляю тебя. Спасибо. Бедненькая, вся похудала. Паутина сраная. Я помедитировала. Это действительно помогает настроить свои мысли в порядке, получить какое-то вдохновение, мотивацию делать. Кавер, и вот иду на улицу. Какая жара, я не могу. Как мне сделать так, чтобы и пилось красиво, и выглядело красиво, но было удобно. Как-то не очень выгляжу. Уйди! Не будешь ты со мной петь? В общем, моя любимая тема — включать на этом большом телевизоре караоке и петь. Ты где такую модную панамку взял? Да, посолю у тебя. Че, мой хорошик? Еще я кофточку взял. When I met you in the summer. Мы что, в Таиланде? Прикольно. Это кола, Никита, ты дурной, что ли? Мы уже кучу раз покупались, вода сегодня максимально теплая, там 21 градус. Чтобы вы понимали, обычно мы купались при 14. Вода прям кайфовая и очень голубая, на удивление, такого раньше не было. Так, стрельные новости, мы кого-то нашли. Что это? Мне кажется, это трава просто ее накрутила. Нет. Это сон. Сон же это речная. Речная рыба. Как пошутила, что сон, я откуда знаю. Мне кажется, или это небо очень красиво, а крыша города, оно прям очень туманное и хоть и грязное. Why do you wanna end? Was it real or just pretend?
Сегодня я, как и обычно, проснулась в 8 утра, написала список дел, которые мне нужно делать сегодня. И одно из этих дел — это смонтировать и выложить кавер. Вот я его уже монтирую. Кто не знает, в Инстаграм я выпускаю каверы с переводом. Привет, Сталик, это снова я. Да, я любимый сериал на все времена. Знаешь, сколько красоты набрала просмотров? Сколько? 35 миллионов. Конечно. Одна серия столько? Да. Готовим, значит, салат. Поливаем медом. Я вышла покататься на велосипеде, Август бежит за мной. Домой. Домой, иди, не беги за мной. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. A salty breeze. Как я устала, ура! Мама зашла нас посмотреть на какой-то вид. Salty breeze. And the way. Мы с мамой приехали в город, в котором я жила в детстве, до второго класса. Сейчас у меня такая небольшая ностальгия. Не помню ничего отсюда. Это ж моя школа. Я сначала с первого и второго класса. Я уже закончила школу. И спустя столько лет я впервые сюда приехала. Опупить. У меня сегодня завтрак оладушки. Мы, наверное, привыкли, что блогеры показывают там красивую тарелку еды. У них там все как в ресторане, но я не люблю много тратить время на еду. Мне типа пофиг. Взяла вот так вот общую тарелку, поела, все. Я решила записать песню наконец-таки. Вот так это все выглядит. У меня есть штучка, не помню, как она называется. Она подсоединяется к гитаре и переносит звук гитары в компьютер. Я записала минус на гитаре. У меня дико болят пальцы. И получилось говно. Мне это все дико бесит записывать все это одной, поэтому пойду в студию и запишу там, потому что я уже не могу. Вчера особо ничего не происходило, поэтому я решила заменить 7-й день на 8-й. Сегодня ко мне приезжает мой парень из другого города. Пойдемте его встречать. Всем привет! Вот мы встретились, я забрала Даню с автовокзала. И мы идем гулять и домой. Чё ты так криво, бля? Так лучше? Угу. Даня приехал, чтобы наклеить цветку. Мужик не час. Блин, да я не могу. Помоги. Ну там держалась нормально. Ну вот, а ты что сделал? Это держится 2 дня. Прикольно. Не прикольно. Рванулся, бачу. Что, оторвать надо? А, это сетка такая. Да прикинь, мы ее клеим для того, чтобы оторвать. Поехали на речку купаться. Агу! Сюда иди, пошли! Пошли! Только не выкидывай меня. Смотришь. Скрытая камера, ты не должен был ее видеть. Ты какой сам? Я слов не знаю. Читай, иди сюда, читай. Я читать не умею. Иди сюда, Даня. Я тоже слов не знаю. Перестать и дома спать. Нас нет белые обои, черная. Ниже, чем ты. Ты будешь с кем голосочком. Ну, долго. Да, о, а как вы делаете? Ой, пипец. Беги! Я же говорила, что нужно было туда встать. Таня, блин, как обычно, вообще не слушает. Я бы хотела закончить эту влогу в неделю на такой атмосферной ноте. Запомните одну вещь.
ни у кого не бывает идеальной жизни. Просто живите и испытывайте эмоции. Всех люблю, всем пока!